нас был привязан к одной игре, играл на телефоне, и там стреляешь с друзьями, все время стреляешь и ходишь. И я учу моих детей, что стрелять нельзя, и в играх нехорошие нельзя играть, а они подходят к мне и говорят: «Папа, что ты делаешь? Что ты там стреляешь туда-сюда?» И обличили, знаете, и Бог проговорил. И я начал, я удалил, говорю: «Молите за меня, и я буду молиться, чтобы Бог помог, потому что я к этому привязан». И пошла война, как сказать, с этой игрой. Я ее загружал, выгружал, и в конце с Божьей помощью я победил. Я не играю в эту игру, даже друзья, когда спрашивают, чтобы играть, я говорю: я не хочу, нет нужды, как сказать. Бог полное освобождение дает, это с молитвой. И бывает, даже было такое, что враг атаковал меня сильно через Snapchat тоже. Тоже время, там новости спортивные разные смотришь всегда, и много времени за это. А потом еще и начал открывать, там присылают меня, чтобы одна цель врага, чтобы похоть очей и похоть плоти. То я был так, как сказать, шокирован. Я удалил, помолился и не пользуюсь Snapchat. Но это мое столкновение личное с этой платформой или с этой app, потому что моя жена пользуется Snapchat, у нее аж в шоке было. Говорит: я никогда такое не знаешь, у меня никогда никто не так, то это Snapchat не присылает, и такого нету. То даже Facebook, враг через это атаковал меня. Я только пользовал только Marketplace. И ищу моей девочке велосипед, и вдруг рекламы нехорошие начинаю, знаешь, но я их удаляю, репорты, говорю, знаешь, что Snapchat, что Facebook удаляю, что удаляю, но уже перестал, уже думаю, ну ничего себе, это ну от дьявола, но я удалил Facebook. Но это мое личное, у моей жены, она уж удивлялась, как у тебя такие рекламы на Facebook и на Marketplace. Но я так размышлял, я так много иногда что-то ищу, и очень много времени занимает меня, а потом еще найду, куда-то еще поеду. Думаю, ну я это время, если использую, поработаю, больше денег, и новое куплю, и не будет поломато, и будет новое, чуть больше денег, и Бог благословит, и не надо будет тратить много времени. Но это такое, это личное мое столкновение, и как меня враг атаковал. А эти дети наши пользуются тоже, иногда они возрастают. И надо очень бодрствовать и быть очень аккуратным. Это игры разные, эти с телефоном разные апп. И дьявол может даже и через это поражать разум наших детей.